В Ангарске разыскивают мужчину, пропавшего 22 года назад. Данные о розыске разместил Следственный комитет. Уроженец Чумского района Ратников Николай Васильевич ушел из дома в 1996 году. И до сих пор о нем ничего не было слышно, пока человека, похожего на него, не заметили в 11-м квартале Ангарска. На вид 60 лет, рост 1,70 м, глаза голубого цвета, волосы кудрявые. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, нужно обратиться по телефонам, указанным на экране.